празднуете Рождество? Конечно. А какое? Католическое или православное? Православное. И вот праздник, который завтра, для вас вообще не праздник, да? Праздник и не праздник. Спасибо. Скажите, а вы празднуете Рождество? Нет. Нет, я одна и не праздную. Скажите, вы празднуете Рождество? Нет. Нет? А почему? Пока не наше. Наше 7-го будем праздновать. А 7 числа празднуете? Да. Мы с мужем познакомились в этот день. У нас годовщина, поэтому всегда празднуем. Праздник. Да. Спасибо. Конечно. А католический или православный? Православный. И то, что вот завтрашний праздник для вас не праздник, вообще не отмечаете? Нет, почему? Все равно соберемся, посидим, как бы все вместе. С родителями, с друзьями. А 7 января для вас религиозный праздник или нет, что-то другое? Почему? Мы соблюдаем и эстонские, и российские все праздники. Спасибо. Пожалуйста. Эстонская нет. А российская? Нет, тоже. Тоже нет. Работаем. Да? Спасибо. Пожалуйста. Смотрите, вы празднуете Рождество? Католическое или православное? Православное только. А завтрашний праздник мы не празднуем? Нет, не празднуем. А 7 января для вас религиозный праздник или какой-то другой? Я думаю, религиозный, конечно. Вы верующий? Да. Спасибо. Нет. Отмечаю. А какое? Православное или католическое? И такое, такое. Да. А эстонское имеется в виду? Ну, то или 24. Да, конечно, праздник. А это для вас религиозный праздник? Или? Нет, абсолютно не религиозный. Не связано? Нет. А 7 января? Российское Рождество? То же самое. Ну, тоже отмечаете? Да.